Нам бы водителей бы проверить, потому что здесь все пьяные, и от чайханы номер один на Карломаркса скоро все поедут. Отлично, отлично. Останавливаю, сейчас проверим. Доброй ночи, стоит добавить черниц. Водительское удостоверение, да, связь, регистрация. Сейчас подъедем. Водительское удостоверение, будьте добры. Скорость выключите, пожалуйста, и машину разрушите, пожалуйста. Я говорил. Давай. Что, ушли откуда? Откуда? Под машину. Сначала на состояние алкогольного опьянения на алкотек 3-5. Будете походить? Да. Иван. Документы на автомобиль, пожалуйста, покажите. Да вы документы ищите, вы документы, а не ищите. Телефон. Не, не телефон нужен. Куда вы поедете, где постоите? Нет, не поедете в таком состоянии, а? Никуда вы в таком состоянии не поедете. Не надо автомобиль заводить, хорошо? И вижу, что ты, блядь, как человек, ты, блядь, чмо ебаное. Да? Да. А я считаю, что это ты, с таким да мнением. Да мне похуй. А мне похуй на твоё мнение. Вот и нахуй отсюда. Ну и сам иди. Ебаный ушлёпок, блядь. Блядь, десерт, смотри. Эммандемс, блядь, хуй. Иди свою камеру возьми, нахуй тебе в жопу, блядь. И я уверен, что вот эти вот товарищи в жилетках считают так же, как и я, блядь. Да мы с тобой ещё нормально общаться, не воспринимать за слабость, понял? На месте, волк. Я тебе сказал, отвали. Я тронул. Нормально с вами разговаривали, пидорасы, блядь. Заткнись сам нахуй, блядь. Я тебя ебало разобьёшь. Ебало все разобьёшь, понял? Дорогие друзья, у меня к вам огромная просьба досмотреть этот сюжет до конца. Это очень важно. Я обращаюсь к каждому из вас, кто посмотрит этот сюжет. Не забудь в конце видео подписаться на нас, если ты не подписан, поставить палец вверх, написать комментарий, желательно, чтобы он состоял не из одного предложения, а нескольких. Чем больше ты напишешь комментариев, тем лучше будет продвигать YouTube наше видео. Иван, документы на автомобиль, пожалуйста, покажите. Документы на автомобиль покажите, пожалуйста. Да? Да вы документы ищите. Вы документы, а не ищите. Телефон. Не, не телефон нужен. Вань. Документ, давай, пожалуйста. Только без звука. Хорошо? Ну, потихоньку, документ. Блин, ну что, блядь, а? Мне показывать не нужно, мне водить документы на ваш автомобиль.
Стой, не. Не, куда вы поедете в таком состоянии? А? Не, да не поедете в таком состоянии, а? Никуда вы в таком состоянии не поедете. Не надо автомобиль заводить, хорошо? Автомобиль, заглушить автомобиль. Глушить машину. Не надо заводить, что это такое? А? Ну куда вы собрались ехать? Сотрудники полиции, ГИБДД стоят перед вами. Что такое? Ну? Я что такое? Не трезво состояние, зачем вы за руль сели? Сейчас собираетесь ехать. Куда вы собрались ехать? Что такое? Ничего плохого, не надо машину заводить. Документы на автомобиль, пожалуйста, дайте. Много людей. Ничего такого нет. Документы на автомобиль, пожалуйста. Не, свидетельство на транспортное средство. Достань, и все, и будете отдыхать. Иван, и будете сидеть, отдыхать в автомобиле и трогать вас никто не будет. Все, посмотрите, ну, что это у вас автомобиль? Хотите смотреть? Оно у вас не зарегистрировано еще, да? Да. Номера, наверное, да? Да. Я пока вот этого у вас возьму. Вот, на время. Вот, сюда. И сюда вот вам ее положу. Конечно, можете присесть в автомобиль, только не заводить. Хорошо? На пассажирской сиденье можете присесть. Да, хорошо. Нет, за рулем тебе в таком состоянии ехать нельзя. Все. Можешь присесть, машина болеется, поспишь. Тем более торопиться некуда, воскресенье. Не, никому мы набирать не будем. Я не знаю, кто подошел, какие-то налетели, начал толкать, и вином тобой подобно. Снимайте, наверное. Это клоун. Че смешно? Послушай, вот если ты не пьяный, в чем проблема-то? Меня просто напрягает, что за мной подбежать, какие-то налетели. Вася, подъезжай, что за бред? Ну что за глупости? Ну что за клоун? Какие напряжения могут быть? Потому что ты меня толкал, какая-то подруга меня толкала, что-то зажимали. На вот так я мне по голове бред, тебе дал, чтобы ты упал из машины. Получаешь деньги, а? За что вы забрали? А ты сам не знаешь, за что ты получаешь деньги? За что получаешь деньги? Ну ты сам это знаешь. За что? Ну вот я тебе говорю, то что ты, блядь, хуеплёт. Послушай, ты знаешь, кто такой хуеплёт? Послушай,
Ты знаешь? Это тот, кто сейчас говорит несоответствующие слова действительности, понимаешь? Я этих вещей не говорил. Поэтому нельзя так. А я тебе говорю. Вот я тебе говорю, ты говоришь, что несоответствующие действительности. Таких людей так называют. Он хочет, понимаешь? Правила быть. По каким правилам? Ну, за правила хочет. То, что он, блядь, пиздули с таким ребятам. Каким? Каким? Ну, блядь, я, допустим, это прекрасно, каким он лежит ребятам пизду. Правда, лежит, хватит, что? Половой человек. Ну, я это знаю. Ты немножко перепил, да? Поэтому все, упакуйся. Немножко перепил. Немножко ты прилезал просто, блядь, я что, да? Да. Иди нахуй отсюда, пожалуйста. Иди нахуй отсюда. Иди нахуй отсюда. Кто меня оформил? Чем я тебя оскорбил? Я тебя оскорбил? Послушай, я тебя оскорбил, чем? Нецензурной бранью выражаешься. Ты меня будешь учить? Ну что, я говорю, что нет? За это предусмотрено ответственность, что ты знал. Тебе нужно, что тебя оформили? То, что я тебе сказал, пошел ты нахуй. Нет, это нецензурная брань. В общественном месте. Пускай оформляют. Пускай оформляют. Оформите сотрудник полиции. Давай так, сделаем так, смотри. Ну вот смотри, у тебя сейчас замечательный шанс. Mm. Чтобы этого не было, вы просто нормально чтобы уходишь. Чтобы этого не было, ты просто... А то тебя сейчас оформят. Вот я просто прохожий, обычный прохожий, я проходил мимо. Увидел тебя, блядь. Увидел тебя. Вот просто я обычный прохожий. Увидел тебя. Вот мне неприятно стало на тебя смотреть. Я тебе говорю, иди. Ой. А если мне сейчас неприятно смотреть на то, что в каком-то состоянии находишься, как ты себя ведешь? Ну это же неправильно. И я не позволяю себе в отношении тебя себя так вести, понимаешь? А я себе позволяю. Но это тебя не красит. Это моя ошибка, это моя вина. Тебе нормально сказали, сколько раз тебе сказали, пожалуйста, иди с Богом, иди с миром. Кто мне сказал? Я тебе говорю, что ты не оформлял мне. Ты мне сказал, иди с Богом, иди с миром. Тебе здесь сказали, тебя могут либо оформить, либо не оформить. Ты выбрал что? Ну пускай меня оформят. Пускай. Господи, ну что ж такое, ну... Ты глупый просто человек. Бля, ты сам послушай, все... Точнее, ты драк, даже не глупый. Ты реально дебил, блядь. А что ты решил? Я чего решил? Ты, блядь, живешь где? В прямом смысле. Ну, в Воронеже. В Воронеже. А что ты из себя строишь? Что я строю? Ну, я не знаю. Я у тебя спрашиваю, что ты из себя строишь? Ты сказал, что я вообще что-то строю. Я у тебя спрашиваю, что ты из себя сейчас стоишь? Почему? Мы идем, люди. Ты стоишь с какой-то хуйней, блядь. За 5000 рублей и из себя что-то строишь, блядь. Что там строит, блядь? Послушай, просто обычный, что ты решил, что я вообще что-то строю? В смысле? Я вижу. Пока сейчас что-то происходит со стороны я вот этого молодого человека. Я вижу, что ты стоишь и из себя что-то строишь. Какую-то хуйню ты из себя строишь. Ебаную. Да? Да. Охуенно. Ты, блядь, ответить на вопрос, хуй можно. Знаешь почему? Знаешь почему? Ты мне нихуя не должен. Знаешь почему? Потому что ты еблан, блядь. Я на тебя стою, смотрю, и ты, блядь, конченое чмо, блядь, которое людей, нахуй, подставляет, нахуй, под какую-то хуйню. Да. Я, то есть, в глотку заливаю спиртной напиток и сажаю за руль. Ты в глотку заливаешь другим. И другим что? Местом, блядь, что? Понимаешь? Вот, и ты конченое чмо из-за этого, понимаешь? Нет, то есть я чмо из-за того, что человек сел пьяный за руль и поехал, правильно? Нет, нет, подожди, ты медаль смотришь не с одной стороны. А с какой ты мне покажи вторую сторону, давай. А вторая сторона, какая? Это вот ты. Ты стоишь. Подожди, ты вторая сторона, время, тот блядь, человек. 7 часов утра ты стоишь и что-то пытаешься тут кому-то доказать. Что доказать? Ты хочешь доказать? Человек, если треснул, поедет ты дальше. Ты что хочешь? Тебя спрашивают, ты что тут стоишь? Ты сотрудник полиции? Или ты кто? Ты стоишь вот это вот, лицо. Вот это с говном, ты вот этим. Что ты хочешь, блядь, доказать? Ты сам знаешь, каких ребят. Которые против пьянца за рулем, понял? Мне вообще похуй, кто ты и с чем ты, да, блядь, против. Аналогично, понимаешь? Аналогично. Так вот иди нахуй отсюда, блядь. Что а что ты решил, что ты не пойдешь? Может тебе сходить? А скажи, и я скажи, пойду. Пойдем скажи, вместе, блядь. Пойдем. Да ладно, мы здесь поставим. Здесь постоим. Скажи. Ну, скажи, ты просто, что, понимаешь, что, в нашей ну, жизни ты, ничего не делается просто так. Понимаю, ты стоишь, да? Ради чего-то. Ты стоишь ради филок. Каких? Ты мне платишь? Не знаю. Нет, я тебе ничего не плачу. Тебе платят другие люди. Какие? Другие. Ну ты сказал, хоть назови, хоть имена. Я не хочу знал, это делать. Мне, что, знаешь, ты, а ты сам не знаешь, что тебе платят. А где эти деньги? Ты не знаешь, что тебе платят. А где эти деньги? Ты не знаешь, что тебе платят. Ты прекрасно это знаешь. Просто не хочется это при всех говорить. Не трогай. Не трогай, пожалуйста. Почему? Отойди, пожалуйста. Почему? Отойди, понимаешь, просто не хочется это говорить и озвучивать. Ты мне скажи, что я знал, куда деньги. Ты работаешь как конченый человек в своей жизни. Послушай, знаешь, кто имеет такое мнение, либо конченый, либо не до конца разобрался в этой ситуации. В смысле? Понимаешь, ты, блядь, ты нашел, нахуй, стезю, в
который ты подставляешь, других людей подставляешь. Подставляешь? Это именно, когда заливаешь в глотку? Именно, подставляешь. Да, именно, ты подставляешь своих, да, скажи, других, как я подставил, ну, других людей, своей вот это вот поебенью. Каких людей подставил и как? Других. Ну скажи, как я подставил? Каких ты не знаешь. Послушай, я залил в глотку человеку и заставил поехать? Послушай меня, ты не знаешь людей, которые поехали, ты не знаешь людей, которые сидят за рулем. И какая ты не знаешь людей, зачем они совершенно верны. Зачем они пьяные поехали? Считаешь, нужно понять, что он пьяный поехал. Ты считаешь себя совершенно правым. Но есть люди, которые, блядь, у которых своя жизнь, свои дети, свои жизни. И они поехали просто, блядь, потому что их попросили, грубо говоря. А ты делаешь так, что эти люди попали под монастырь. Они на всю жизнь, блядь, грубо говоря, лишились, блядь, управления. Скажи, это не важно. Заставлял поехать? Их никто не заставлял. Их просто попросили по-братски. По-братски попросили? Да. Они ехали аккуратно, они никого не трогали. И мы бы решили этот вопрос по-другому, просто по-культурному, по-человечески. Но ты делаешь это. Пьяным? Ты делаешь это. По-братски убивают людей, пьяные водители. По-братски это, да? Скажи, блядь, мне, пожалуйста, ты делаешь это на свою ебучую камеру, чтобы показать людям и чтобы за это получить деньги. И ты от этого кайфуешь, понимаешь? То есть ты, блядь, настолько низок, чтобы, блядь, тебе показать людям, какие, блядь, инспекторы какие хуёвые, какие люди хуёвые, а ты пиздатый человек, который стоит с ебаной камерой за 5000 и снимает эту всю ебуту, и ты, блядь, в Воронеже, ты ебать, ты нахуй, на, ты, блядь, царь и бог. Скажи, пожалуйста, какие деньги я получаю? Я не похуй, какие ты деньги получаешь, ты честно. Говорил, я тебя просто смотрю на тебя, я смотрю на тебя и вижу, что ты, блядь, как человек, ты, блядь, чмо ебаное. Да? Да. А я считаю, что ты с таким да мнением. Да мне похуй. А мне похуй на твое ну мнение. Вот и иди нахуй отсюда. Ну и сам иди. Еба, ну шлепок. Блядь, иди сюда, смотри. ММДМС, блядь, хуй. Иди свою камеру возьми, вот он тебе в жопу, блядь. И я уверен, что вот эти вот товарищи в жилетках считают так же, как и я, блядь, да понимаешь? Кто считает. Потому важно, что ты, блядь, ебаная мразь, себя, блядь. Понял? Мне похуй, как ты а считаешь на себя. Мнение, вот ну иди нахуй отсюда. А как ты считаешь? Подожди, твоя гражданская пиздец какая? Пьяным за рулем не место. А еще какая? Пьяным за рулем не место. А еще это недостаточно? Нет, конечно. Недостаточно, значит, а еще какая твоя позиция? Встань у мэрии. А ты что думаешь, я у мэрии не дрюкал? Нет, более конечно. Того, вице-мэр антиликаторов. Кого? Кого? Ну, да, кто ранее, такой? Который был сейчас наш мэр, Кстенин. Ну, ты, я прекрасно. Да ты посмотри внимательно. Ты посмотри внимательно, чем мы занимаемся. И ты поймешь, что нам пофиг, чем кто. Ты кто и что из тебя да поставил. Ты просто ради чего ты это делаешь? Ради наживы, ради денег. Да что я с этого заработал, ты мне скажи, блядь. Ебать, ты, блядь, дебил. Ты стоишь, блядь, в 3 часа утра просто так, бесплатно, блядь, на дороге. Да, нахуй, представляешь, хуйню у меня есть работа, у меня своя юридическая компания. Я нормально зарабатываю. Я хочу помогать. Ты ненормально зарабатываешь. Если бы ты нормально зарабатывал, ты бы, блядь, делал нормальные вещи. А ты делаешь хуйню. Мне похуй. Хуйнёй ты сейчас. Ты занимаешься хуйнёй. В данный момент ты занимаешься хуйнёй. Ты стоишь и делаешь какую-то хуйню. А я считаю, что вот в данный момент, когда водитель пьяный едет, занимается такой хуйнёй, общественно опасной и преступной. Ты ебанутый. Ты ебанутый. Посмотри. В 7 часов утра. Какой нахуй он общественно опасный? Блять, послушай, знаешь, что ты скажешь? Год назад нашего активиста стоял на светофоре. Это было час ночи или 2 часа ночи. Стоял на светофоре на красном. В ему на полной скорости хуяривается автомобиль. Так мы на полной скорости ехали. Послушай, так мы на полной. Мы ехали, убило, блядь, со скоростью 20 километров в час, блядь, аккуратно. Хорошо, что мы ехали. Они убивают, понимаешь? Это хорошо. Так мне похуй, что там оформлять. Мы человек. Мы себя вели культурно. 5 дней в коме. Так мы при чем тут? Культурно? Так мы не человека въебали. Мы человека въебали. Слава богу, что ничего не произошло. Так мы не собирались ничего. Раз, два, три. Нет, ты не прав. Въебали. Ты не прав абсолютно. Знаешь почему? Потому что есть люди, которым похуй на все, которые нажали тапку, бухие, и полетели. А есть люди, которых, блядь, попросили, и они, блядь, выпившие, да, согласен, поехали, блядь, культурно, спокойно, блядь, не 180 нахуй по проспекту. Факт в том, что ты сейчас человека, которого просто попросили доехать аккуратно, блядь, ты его лишаешь будущего, понимаешь? У него есть ребенок, недавно родился. Он, блядь, просто спокойно и, сука, он сел на машину просто довести пьяного, блядь, водителя, которого чья это машина. Он просто его хотел довести до дома. А второй спокойно. Автомобиль. Ты видел, в каком состоянии? Да какой нет, второй автомобиль? Где вы были в машине? В какой машине ну, мы были? Ну, не вы, но я знаю точно. Он вот. Прав. Мне похуй, в какой машине нет, мы были. Нет, подожди, за рулем ехал человек, который... Он вот реально, я мне похуй на всех. Вот, ну, просто, знаешь, человек, который был за рулем,
Он, блядь, реально, у него родился недавно ребенок. Его просто попросили довезти спокойно. Он был самый трезвый, поэтому он сел за руль. Из всех. Он говорит, хорошо, я спокойно вас довезу. Понимаешь? Блядь, но он не прав. Почему ты меня, блядь? Он не прав. Ну нахуя? Блядь, а в чем я, блядь, не прав? Так мы бы сейчас и решили этот вопрос. У тебя есть дети? Есть. Есть дети. У меня тоже есть дети. У меня трое детей. Так мы и сейчас, вот пойми, послушай меня, мы посадили за руль неконченого чмо, блядь, да никто не, я тебе сразу скажу, против конкретно этого водителя у меня нет вообще никаких. А зачем? Ну давай мы решим этот вопрос, и все. Послушай, я тебе объясню, этот человек сел в состоянии опьянения, он себе это позволил, это норма. Это не норма, у него машина даже хуесть. Подожди, зачем? Его попросили. Вадим, он прав. Блядь, а что, не он трезвый водитель, блядь, вызвал? Он прав. Брат, нет, его попросили, его попросили мы. Вы, блядь, начинаете, вы вообще понимаете, чем я 7 лет вообще занимаюсь? Я с тобой полностью согласен, что пьяным за рулем ездить, я никогда пьяный за руль не сажусь. Смысл-то? Ну, такую ерунду говоришь. Блядь, я тебе еще раз мне похуй, что ты говоришь, что ты там, он... Ну вот, допустим, я обычный человек, я тоже против, чтобы пьяные люди ездили за рулем. Нет, не нужно. Я тебе просто говорю, что ты сейчас только что под монастырь подвел человека, который, блядь, реально, блядь, боже, думаю, что нахуй. У него даже машина. У меня нет в интернете. Но ты же его подвел под монастырь. Ты, блядь, ты. Он принял это решение. В смысле, блядь? В смысле? Мы сейчас это решим. У него не было выбора. Знаешь почему? Потому что его братья попросили. И что? В смысле? И что, блядь? В смысле, он что, подожди, приехал трезвый водитель, у нас есть такая услуга в Оранже, позвольте трезвый водитель, такси он есть, прав. Машину оставили, на такси поехали, какая проблема-то? Я с тобой согласен, но ты должен войти в положение. Какое положение? Наше положение? Одно дело, если бы он был, блядь, на самом деле, бы, знаешь, каким-нибудь человеком, который, блядь, типа, просто ебать, понимаешь, ты себя ведешь, как, блядь, мразота. Как реально, вот ты, блядь, ты человек. Оскорбляешь, блядь. Понимаешь, я не оскорбляю, я говорю, что ты как просто, человек. Ты как человек. Ты ведешься как мразь. Сейчас ты себя так ведешь. Нет, как ты себя так ведешь. Потому что ты оскорбляешь человека, который ничего плохого никому не сделал. Так ты тут нахуй не должен стоять, понимаешь? Чего не должен стоять? Тут стоять со своей камерой. Я же знаю то, что ты прекрасно это делаешь и за своей личной выгоды. Так какой? Из-за своей личной выгоды. Я тебе более того скажу. Но информацию по пьяным водителям я еще людям плачу. Чтобы кому люди не стесняли, звонили. Мне пох, кому ты плачешь. Вот, я тебе просто говорю. И вот я тебе говорю конкретную ситуацию. Свои собственные я тебе вот говорю конкретную ситуацию. Вадим, Вадим. Приятно познакомиться, Вадим, но... Ну, на самом деле, неприятное знакомство. Просто ты ее оскорбляешь, я тебя не оскорблял. И ты ни разу за цель не оскорбил, не опустил до твоего уровня. Да. Ты знаешь, что это неприлично? Человека не зная оскорблять. Так вот имя, ты ее не знаешь, с одной стороны, и с той стороны я тебе не знаю. Ну ты его по жизни лишил, блядь, права управления автомобилем. Хотя он никому ничего не должен. Он не прав в ситуации. Он не прав. Ситуации, он себя в этой ситуации вел крайне осторожно. Вот ты, Вадим, и пытался, все, блядь, пойми, сделать все деле, заебись. Вот на будущее что тебе все это, вернее, возвращается назад, ты знаешь? Да, все мы сделаны из мяса, да, все мы конечно одинаковые. Особенно все ты. Это, да все особенно мы сделаны, все. Я тебе более того скажу. Знаешь, сколько за мои 7 лет, сколько много всего интересного было? Я знаю. Поверь мне. Я знаю. И по-разному все интересно заканчивалось. Так я что знаю. По этому поводу можно вообще голову себе не ломать. Я тебе так скажу. Самое главное, все должны понимать, что все одинаковые, у всех... Да никто не против все этого, одно и никто у всех не против проблемы. Этого. Но один, здесь ты, ситуация блядь, есть у него такая возникла, не потому что я ему там залил... Послушай меня, если бы мы сейчас стояли бы, и не дай бог, блядь, что-то бы случилось бы серьезное, и ты бы нам стоял бы, блядь, по ушам катал, и мы тебе что-то пытались бы доказать... То есть это ничего серьезного не произошло? Нет, Вадим, допустим, тогда вот мы бы, блядь, понимаешь, вот я был бы мразью, потому что, блядь, да случилась хлёвая ситуация, а я тебя пытаюсь, а я себя пытаюсь оправдать. Это да, я с тобой согласен. Но тут, блядь, человек неповинный, абсолютно самый трезвый, который... Удави его нахуй. Который практически не пил ничего, понимаешь, ты его подвел под монастырь, ты. Твоя вот эта вот хуйня, ты его подвел под монастырь. Послушай, человек, у которого родился ребенок, которому в будущем... Подожди, брат, подожди. Или нет, подожди, братан. Которому ребенка, подожди, брат, которому ребенка своего возить в бассейн, возить, блядь, на танцы, возить там еще куда-то, ты его, блядь, лишил нахуй права управления транспортным средством. А он, в свою очередь, просто не отказал своим, блядь, друзьям, потому что он был трезвый, он был уверен в своих силах. А в чем проблема стоит? Смысл так же, как ну, я пытаюсь, стоишь, я стою на дороге. Так я у тебя спрашиваю, нахуя ты снимал эту всю хуйню, чего ты пытаешься добиться, блядь?
просто давай так, ну, я уже понял, что в итоге мы в любом случае мы не сойдемся 100%. Не поймете. Не поймете. Мы вашу не поймем. Поэтому зачем мы вообще ведем этот диалог? Мне с вами вообще диалог не интересен. Ну тогда зачем? Я просто хочу сказать конкретно тебе, потому что ты как бы главарь этой, блядь, ебаной шайки. Слушай, что ты, что ты, понимаешь, что ты, что ты. Какой ебаный шайки, блядь, поеплёток, который, блядь. Человека, состоянный который, блядь, с тобой вот реально, ты вот его. Вы нормально, конструктивно говорить не можете. Вы либо на оскорбление переходите. Да какие, блядь, оскорбления? Нихуя я тебе конкретно хватит. Да хуй, блядь. Ни за что, нахуй, ты хуёй страдать. На себя-то смотри. Блядь, ты что надо? Вроде конструктивно все это говорим, блин. Ну как, что-то не понимает. И это нахуй оттуда. Мы тоже не можем быть, мы заинтересованы лица. Поэтому мы не можем быть понятными. Ты что, мы тут с вами не утратим? Нет, сейчас уже один, мне сейчас подойдет. От них? Нет, от них. Таксист, таксист сейчас подъедет. Че ты как хочешь? А вот человек может быть? Нельзя. Уважаемый, отойдите, пожалуйста. Эти пингвины тут кусаются с самого... Ай, радостный, дурачок. Ну что, вроде нормально. Я нормальный, ты дурак, ты с вами 2 часа тусуешь. Давайте, не будем. Ты знать меня не знаешь, а так говоришь. Ты меня толкал, щупал эту машину. Щупал? Ты нормальный? Что ты придумываешь, щупал? Я тебя вижу, банкротом будет. Занимайся хуйнёй. Да послушай, ладно. Мы не можем тебя банкротить, кстати, если есть. Ты дурной парень, если кому должен, кредиты какие. Так хочу тебя въебать, блядь. Писать все долги. Просто, слушай, это желание, слушай, желание, я так понимаю, обоюдное. Ты просто ты не оскорбляешь? Да у них нету. Послушай, них ты не оскорбляешь незнакомого человека, не зная меня, оскорбляешь. Ну. Почему я себе такого не позволяю? Объясни. А почему может, ты разница мне... воспитания а, просто? Нет, подожди, а почему ты мне позволяешь? А почему ты мне позволяешь оскорблять себя? А, знаешь, к счастью для тебя, но знаешь, что я тебе так скажу. Не будет. Так хочу тебя въебать, пиздец. Послушай, ну это же желание взаимное, но мы же не звери, поэтому мы с тобой разговариваем. Ну давай зайдем за угол. И что будет? Ну не будет, сотрудник полиции. Да? Да, конечно. Послушай, я тебе могу оставить свой номер телефона, если ты сильно захочешь, да, когда мне ты нахуй звеешь, не нужен. И ты не был на ну, номер телефона, я прекрасно могу узнать. И без твоего ветра. Ну все, господи, зайдешь, он абсолютно доступен везде. Ты можешь зайти в соцсети, найти, это не проблема. Какой хуй, блядь, вообще, блядь. Просто, да. Я на себя прекрасно смотрю, блядь. Помню, я слишком, блядь, пиздат для того, чтобы с тобой общаться, нет? Че ты тогда унижаешься? Ну, отойди. Да что? Я до понятия не живу. Ой, гражданин Российской Федерации. А может, твои документы? Твои документы или мои? Пьяный, твои, говорю. А что, я так не могу делать-то? Ты можешь, ну, что-то можешь, да, показать? А? Можешь показать? Какие документы? Свои. Ну, ты меня сейчас останавливал, задерживал. Что, я не могу тебя трогать? Я вас приму сейчас свои действия, как нападение. Принимай. Можешь, пожалуйста. Документы? Ты можешь... Ее камеру все записывают. Какое нападение? Я твою фамилию. Какое нападение? Я тебе еще раз скажу. Ты сделаешь? Пожалуйста, отойди. Ты сделаешь? А? Ты же можешь любой фамилию назвать. Нет, почему? Потому что чувак, отойди, пожалуйста. Никуда я не знаю. Ты можешь фамилию мою записать, Сироп фамилия. Меня же играть. А как я могу убедиться, что Сироп? А ты можешь ВКонтакте еще прям найти меня. Нет, друзья добавить. Нет, да? Ну, я могу. А ты можешь даже нет, ты тоже регистрируешь. Зачем мне надо? Почему я его ты мне меня задержишь? Ты просто, я тебя спрашиваю, я не прошу, тебя не убеждаю. Хочешь показать? Можешь? Нет. Документы? Да. Я все за человек, меня трогал, все, я понял. Достаточно? Здорово. Ты сам посмотри. Я прекрасно вижу. Я никогда себя так не назвал. Ты себя не назовешь, но тебя люди назовут, понимаешь? Какие люди? Которые тебя посмотрят. Например, как ты? Нет.
например, нормальную... Но для меня это... Знаешь, что ты для меня в моем... Да мне все равно. Мне все равно. Твое мнение, ты можешь оставить при себе. Тогда я его оставлю. Ну все, оставляй его, держи при себе. Конечно. С большим удовольствием. А то, что такие люди думают, обо мне, вот мне вообще плохо. Мне тем более до одного места. Я вот такая мразь, блядь. Посмотри, ты вот так идешь? Вонючка, блядь. Ну, ты еще. Хорошо пахнувший человек. Помойка ебаная. Так, понятые товарищи, подойдите сюда. Сюда иди. Так, отойдите, пожалуйста. Так. Ты встань там спокойно, спокойно. А то я дерну сейчас. Иди сюда. Ты дерну, блядь, себя нахуй запихивал. Иди сюда. Можно? Я вышел, давай. Да, да не мне там, как бы. Просто с тобой дальше. Не продолжай, где там, где там, где там, где там. Давай, смотри, что надо. Пойдем в хорошо, что вы сами скажете, что мы просто, блядь. Сейчас, давайте. Я смотрю, как пульты работают. Знаешь, надо задать. Что ты мне толкаешь? Это подсказали, а вот номер машины, она не достает, ну что? Нет, просто. Что ты мне толкаешь? Давай, ты мне толкаешь. Я здесь стоял, ты толкаешь. Мне похуй, ты смотришь оттуда. Да, ой. Здорово, отойди, пожалуйста. Смотрим на работу, там есть. Понятые видели, отойди, отойди. Вот, пожалуйста. Понятые, подойди сюда, пожалуйста. Это мне нравится, пиздец. Ребят. Мы стоим просто смотрим, как работает. Все, ну стою смотреть. Все, стою смотрю. Все, все, стоит. Понятым, дайте. Ну отойди, пожалуйста. Понятым сказал. Так, давайте, готов, все, все. Стой, вот откуда это? Снимать сюда. Не трогай. Снимаешь, Петровичка? Сейчас. Ты осадный или что? Да. Ну ты же здесь стоишь. Вот здесь и стоишь. Место занял, здесь стоишь. 12 января 2019 года. 2020. 2020 года. Время 7 часов 18 минут. Значит, адрес у нас Воронеж, улица Сакви-Мацеди, дом 79. Значит, нами был остановлен автомобиль, который стоит сзади, Audi Q8 черного цвета, без госномеров. Под управлением Гурова Дмитрия Владимировича. Ты можешь отойти? Отойди. Ты давай, блядь, нормально. У нас есть основания полагать, что водитель находится в состоянии опьянения. То есть, понятые, слышали, да, что есть основания полагать, что находится водитель в состоянии алкогольного опьянения. Ты чё? Я тебе сейчас с парнем схвачу, блядь, под машину затащу, понял? Это ты у нее отсочу сейчас. Так, Дмитрий Владимирович, на месте медицинское свидетельство... С тобой, если нормально общаться, не воспринимают за слабость, понял? На месте волкотектор будете продувать Юпитер? Да. Нет. Я могу не нормально. Вы отказываетесь, да? Я отказываюсь. Слышали? Волкотектор Юпитер 003348 продувать отказываешься, правильно? Да, поеду. А расписываться в материалах дела будешь? Опять я стерка его, да? За что? За все, за протокол направления. Расписываться нигде не будешь? На медицинское свидетельство не поедете? Поеду. Расписываться будешь дальше. Расписываться будешь дальше. Я спрашиваю, можно не ехать? Можно не ехать, можно отказаться от всего. И что будет? Ну, составлен будет административный материал, отказ о прохождении медицинского свидетельства. Так, а что дальше потом будет? Объясните, я не знаю, что... Этот материал будет, административный материал передается в административную практику, и дальше административный материал направляется в суд. То есть судья будет решать вы с водительского удостоверения или нет. От медицинского тоже, от всего отказа расписываться не будете. Расписываться не будете, да? Отказываетесь от всего. Да, потому что расписываться не будет. На медицинское свидетельство не поедет, на месте проходить отказывает. Слышали, да?
Значит, Дмитрий Владимирович, зачитываю вам статью 51 Конституции Российской Федерации, что имеет право не сидеть против себя своих близких, круг которых... Россия довольна. Законом. Я тебе сказал, отвали! Я тебя трогал. Ты сука, блядь! Ты мне нормально. Нормально с вами разговаривали, пидорасы, блядь. Заткнись нахуй. Заткнись сам нахуй, блядь. Я тебя ебал разобьешь. Ебал ты все разобьешь, понял? Сердце свой год, добрый гордый, хорошо. О! Че, получили пиздюлей твои ребятки? Получили? Че, кинулись, да? Да нихуя себе тут накинулись, твари, блядь, ебаные. А где тут ублюдок вообще ушел? Да. Ты, короче, никого не посидел, я смотрю вообще. Нет, распылял. Кого? Снимает там, снимает. У меня аж это, язык горит. Да, дай еще. Да, попробуй. Спасибо. Да, вроде ничего. А? Слушай, старик, ну скажи свою страничку ВКонтакте. Ой, блядь. Вадим Серов. Друзья твои хорошо получили, буду знать. Да что... я видел, и ты получил. Да ладно, мне, господи, это у меня башка крепкая. За что, блядь, бедоловец? Башка крепкая. Так что в этом плане. Да, да, да. У меня прям это, щипер все это прям. Протри. Да есть. Что, подожди, ну мне вроде тут что-то... Да, вот. Мне кажется, лучше не протирать, чем лучше, да, сильнее она начинает чужать. А видео ты доснимал? А? Доснимал? Доснимал, да. А я не ожидал вообще, что там откуда пролетело я сначала. Это, да, кажется, это вот этот длинный, ну, вот этот, длинный, что ли? Он самый упил. Тихий, прикинь. Да, он стоял, потом тебе дал. И этот начинает тоже кидать. Ну, я, ну что, если я начну... А я хорошо камеру удержал. Если я начну просто бить, зачем это надо? Стояли спокойно, адекватно люди. 5 минут не достояли, чтобы разъехаться. Да. Бля, даже машину достал, что это выключил. Да, она спутинула. Я выключил, не знаю. Смешно. Дебил ты, посусел на руку. Че?
Да ты иди скажи, брат, я послушаю. Придурковатый. Ну, блядь, медицинский. Оба. Ну, что там, походу, по итогу? А? Что там, по итогу? Да отказался от всего. Стоит, жалуется. О, вдвоем отсюда отлетели. Здравствуйте. Приветствую. Что у вас тут? Да вообще неизменяемые мажорчики. Не стучи, не стучи, не надо. Ее потом пылесосочкой выключить и все. Ну да, она отсосется. Она выйдет нормально вообще. Она уже начала. Они даже не ребро, она вот. Сори, хорошо прыгнули. Сука, мне прям в морду попало. Подожди, когда говорят тебе минуту, там, две, три, там, обзывают, ну, все там. Ну, понятно. Понятно, там, ребенок, там, хочется пообзываться, но когда стоит, потом спотишка бьет, второй начинает. Так я даже не ожидал, а что он откуда непонятно пролетел, причем мне прям в лицо. Ну, он тебе сбоку, у тебя один сюда сбоку кинул, другой начинает сзади кинуть. Я, значит, ну, мне сразу столько, я начинаю бить, потом раз понимаю, что если я сейчас ударю, все, то достал тебя настоящий. Вот, парень, по-моему, в пушке. Че, его все оформили? Да. Да. Сейчас он последний дописывает. Ох, сидит там, прочитает. Дайте, покрупнее, сниму тебе. Что говоришь? Я спокоен. Но твоих друзей поведение недостойно. Как почему шакал поступил. Друзья? Мы же с тобой разговаривали. Почему мои друзья? Какие мои друзья? Мой друг в машине там сидел. Да от которого ты вез, понятно. Взял, за тебя, которые тут вписались. Ну что ты взял, что мои друзья? А он сам сказал, что нет. Он сказал, что он тебя хорошо знает, что кто? Парня под монастырь мы, оказывается, подводим тебя. Ну я мало чего не говорю, я не вообще... Ну, в общем, с их слов я понял, что это твои друзья. А. Так вот, тот, кто был самый спокойный, проявил себя как труд последний. Да, что ли? Да не. Который вот здесь в темном пальтишке был. А. Так вот, он мне со стороны, со спины мне в лицо ударил. Но он получил свое. Я хотел у Дмитрия поинтересоваться. Дмитрий, Дмитрий же тебя зовут, да? Сергей. Можно, пожалуйста, сказать какие-то напутствующие слова нашим подписчикам? Не ездить пьяным за рулем, например. Я не езжу пьяным за рулем. Я понял, ладно, с признаками опьянения. Ты за пьянство за рулем? Я не за пьяный, я ты сам против? Не пьяный, прошу, чтобы люди не ездили пьяные. И все. Прошу, чтобы ребят, которые снимали, были поадекватнее, потому что, мне кажется, они невменяемы немножко. Понял, но хорошо, мы обязательно учтем ваши пожелания. Да. Надеюсь, все у вас будет дальше хорошо и вас лишат права управления. Да, потому что не за что. Давай. Не за что, спасибо. Да? Да, я не понял. За что. Все, вам удачи и вашим друзьям большой привет. Спасибо большое. Всего доброго, работаем. Так, ну что, всем пока. Если кто не подписан, подписывайтесь. Ну и вместе мы сила.